Еще один, два контейнера, серьезно? Это контейнер, я в гараже. Чего не так со мной? Если это контейнер, ребята, это контейнер. Чё я сделал? Воу, ребята, только зашел вообще в танки, здесь двойная сирена, это мой первый голд, ребята, всем приветики, давайте ставить свои лайки. О, это контейнер у нас замечательно, вообще. А второй, это что у нас будет, это... Еще один, два контейнера, серьезно? Охренеть не стать, просто, ребята, охренеть не стать. Ладно, давайте я поеду на правый, пожалуй, и я у нас... Нет, хорош, забираю этот контейнер. Окей, давайте открываем и посмотрим, что же здесь будет, что мне дропнуться. Я хочу, не знаю, один миллион кристаллов хочу, давай мне один лямчик кристаллов, кристаллик, please me, пожалуйста, лямчик, и это, ой, это у нас 10к, ладно, неплохо, переходим к следующему. Так, ребята, у нас золотой ящик, он на центре, на мостике, и мы сейчас будем пытаться его отжимать, надеюсь, надеялся я у нас на контейнер, но это, к сожалению, ребята, не контейнер бег-чебурек, поэтому мы вот таким способом, ребята, просто-напросто едем вот так вот. Ах ты сраный хантер, серьезно? Говнюк такой! Ладно, переходим к следующему голду. Той ящичек, где он будет, я его сейчас не вижу, к сожалению. А, сбоку все, ребята, увидел. Сейчас будем пытаться его отжимать, если у меня это получится. А, я надеюсь, что у меня это получится. Если не получится, я у нас немножко, как говорится... Ну ты серьезно, братан! Вот таким просто нехитрым способом меня возьмешь и... Ой, отжал! У мамонтюги, ребята, просто у злого мамонта взял и отжал сие золотой ящик. Круто, поздравляю меня и переходим к следующему золотому ящику. Золотая чаша у нас на ваших экранах. Даже двойной, ребят, золотой ящик. Вот это на самом деле круто. Так, ладно, я поеду у нас на центральный, потому что второй я вообще не знаю, где он будет падать. А вот этот центральный можно попытаться, дорогие мои друзья, отжать! Ух, там бомба была, я просто предполагал, что меня сейчас просто возьмет и взорвет. Там у нас, кстати, тоже обычный золотой ящик, кто его берет. Артимон 2006. Поздравляю тебя, молодой человек. И переходим к следующему голду. Золотой ящичек, а где ты у нас будешь, сладость моя любезная? Я вижу, ребят, где у нас будет этот золотой ящик. Нужно всяких хантеров убивать. Это серьезно. Единственное, что мне нужно сделать, это убивать всяких вонючих, подлючих хантеров. Че я сделал? Переходим к следующему голду. Я шел биту, ребята, и у нас джиггернаута дали. Охренеть, а где будет золотой ящик? Я его, ребят, пока не вижу. Золотой, вот он, вижу, ребята. Золотой ящик, золотой. Ты у нас голдик непростой. Ты у нас джиггернаут, иди, говной воняешь. Я тебя буду сейчас ваншотить за сранчика такого. Давайте, ребят, забираем сие золотой ящичек. И у нас, ребята, еще один голдик. Ууу, ютач метраля, серьезно. Голдик не заставил себя долго ждать. Только я выключил запись, и у нас сразу очередная золотая ящичка. Золотая порция голдов подъехала. Но я так думаю, этот голдик у меня тоже, да, не удастся забрать и взять. Ай, ты серьезно, братан. Не надо мне, пожалуйста, так творить и делать. А где у нас будет голдик? No! Это контейнер был! Это, ребята, был контейнер, серьезно! Я ж на секундочку замер и вообще ничего не говорил. Не заставил нас долго ждать, и у нас очередная сиренка. А можно, пожалуйста, где-то прямо возле меня этот золотой ящик? Ой, спасибо большое. Вот прямо возле меня, ребят, золотой ящик зареспили. Хопа, баним вот этого молодого человека и выходим на финишную прямую к этому странному контейнеру. Забираем, ребят, контейнер. Переходим в гаражик. Здесь еще один золотой ящик. А вдруг это будет еще один контейнер? Брысь, гаража. Ну давай. Ну камон. Ну выключись, сраный гаражик. Боже ты мой, бесконечная загрузка танки онлайн. Я вас сам. Это контейнер. Это контейнер, я в гараже. Чего не так со мной? Боже мой, ребята, бой-зи-бой. Жесть, спасибо, прогрузилась, да? Окей, ладно, давайте хотя бы этот контик откроем, посмотрим, что из него выпадет. Это у нас будет 3500 кристаллов. Я уже вижу, где он будет. Единственное, что мне сейчас страшно, чтоб меня всякие неадекватные не заваншотили, потому что они здесь, ребята, умеют у нас, умеют, практикуют. Сейчас вот этот чел у нас по-любому поставит минку. Да-да-да, братан, я вот, в общем-то, об этом тебе и говорю. Поставишь миночку, а я у нас просто зайду... Нет, прямо из-под голда, серьезно, чувак, ну как так-то, а? Ну что за карма такая, прямо из-под голда меня странный... О, ладно, переходим к следующему голдику. Прыгаем в ямку и пытаемся его отжать. Я вижу, ребят, точку.
Эх, пожалуйста, блин, хантеры, везде хантеры. У этого хантера по-любому, ребята, есть оверка, поэтому я уезжаю от него. О, это контейнер, серьезно, серьезно ли это контейнер, ребята, это контейнер. Чё я сделал? Переходим к следующему голду. Золотой ящик, давай, пожалуйста, возьмись, я тебя умоляю. Второй, ребят, золотой ящик. О, я, пожалуй, поеду на этот. Блин, по-любому там будет контейнер. Так и знал, что там будет, ребята, вонючий, поганый контейнер. А здесь у нас будет там... И здесь, ребят, контейнер. What the fuck? Как вообще мне так везет? Как мне вообще так повезло? Поэтому давайте, молодые люди, прыгайте. А я забираю сие контейнер. Опа! И забрали, ребята. Заходим в наш гаражик и открываем сие контик. Надеемся выбить... Красное свечение, естественно, но мне падает синее. 25 тысяч кристаллов, нормально. Переходим к следующему голду. Так, ребята, у нас очередной голдик. Неплохо, неплохо они посыпались. Я, кстати, вижу, ребята, точечку. Она так у нас немножко замаскировалась. Но для нас это не беда. Мы сейчас попытаемся его отжать. Хопля! Братан, а здесь у нас контейнер. Здесь, ребята, у нас контейнер бег-чебурек. Так, стоперики, братаны, стоперики, стоперики, стоперики. Контейнеры у нас отжимает Вайдер. Поэтому спасибо всем большое. Поклонитесь, расступитесь. А я сейчас буду открывать ей контик и фармить что-нибудь интересное. Давай. Эх, 3500 кристаллов. Ладно, переходим к следующему голду. У нас голдики опять посыпались, присыпались. Поэтому мы с вами идем вот сюда. Так, молодой человек. А что это вы тут делаете? Вы что, хотите кушать? Давайте на респулю отходите. Ребята, один здесь голдик, и никто меня не стопирует. Серьезно. Братан, Дадова, а что дела, а? А мы понтуемся тут, приветики. Опа, и забираем перед тобой голдик. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще и оверка меня хотел стопануть. Не, братан, так не делается. Переходим к следующему голду. Я вижу, ребят, голд, но я еще не резнулся. Чекаем. Летит. Ля летит, тварина такая. Ля летит. Не-не-не, братан. Не-не-не, держу в курсе, ты до него не доедешь, не приедешь, а я его прям с респа забрал. Вот это я понимаю, зашел, прогрузился в битву и забрал золотой ящик. Переходим к следующему. Фишка, зайка серенький, где ты у нас будешь? А, голдик? Я вижу, ребят, точку, он у нас будет на маленькой... Это контейнер! Это, ребята, просто-напросто контейнер-бег. Давай, отжимаем, забираем. И контейнер получаем! Да, детка, да! Я у нас супер-мега-отжиматель контейнеров. Мне это начинает нравиться. Так, ладно, давайте сейчас откроем, посмотрим, что из этого контейнера у нас дропнется. И падает у нас кристаллики 3500. Переходим к следующему. Голдик на ваших экранах, а я его сейчас буду забирать. Ну, точнее, пытаться его забрать. Потому что не факт, что у меня это получится. Ну, вот, чувак, вот всегда ты на своем васпике лезешь прям в самую-самую жопу и прям мне мешаешь отжимать по факту мои золотые ящики. Хорош! Несмотря на то, что меня застопили, но я отжал. Красавчик. Пацаны, это что такое? Я не понял. Я забрал голд. Вы просто видели, сколько голдов? Сразу три. Четвертый голд. Еще пятый голд. Так, ребята, у нас золотой ящик, даже двойная сирена. Единственное, что осталось сделать, это найти сие колды. Контейнер, я вижу, ребята, контейнер, который там летит. И еще один голдик у нас на центре. Контейнеру я, естественно, ребята, уже не успеваю. А к этому золотому ящику, в принципе, есть все шансы и все возможность прийти и забрать его. Хорош! Блин, ну жалко, что контейнер, конечно, не успел, но... Золотой ящичек, давай, я сейчас тебя возьму. Это будет просто вообще шикарно. Блин, кстати, ребята, точка очень обалденная. Но мне нужно единственное, что сделать, это еще и контейнер, пацаны, это еще, мать его, и контейнер. Серьезно, дорогие люди, дайте мне немножко проехать, немножко пройти. И я у нас отжимаю сие контик. Хорош, 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 хорош. Давайте его открываем. Это у нас будет фиолочка, серьезно. О, эффект ядовитый, нормально. Золотой ящичек, здравствуйте. Я ваш спаситель. Я вас сейчас заберу и поставлю к себе в гаражик. Потому что это будет контейнер, чекайте. Нет, это, ребята, обычный голдик. Ну, тоже, кстати, неплохо. Давайте его с вами попытаемся отжать. Если у меня это получится, то мы это сделаем с вами красивейшим способом. Мы это с вами, ребята, сделали красивейшим способом. Нормально, пацаны, ловим голды. Нормально? Хорош, хорош. Голды просто вообще нахрен никто не ловит. Он лежал. Я успел, ребята, самоуничтожиться, зайти обратно и взять этот голдик. Смотри, сейчас голд у пацана отжимаю. Просто, пацаны, чекайте. Отжимаю голдик у этого молодого человека. Бека. Чпоньк. Хе-хе. Братан. Дадо. Как дела? Нормально? Все, чедачи нет? Ты где? Будись? Или не будись? На их базе? Или нет?
По-любому, вон там. Все, я вижу, ребята, я вижу. Вижу голд, не вижу препятствий. Давай, никто не помешает мне забрать этот золотой ящик. Давай, мой сланенький, давай, иди ко мне. Опа, опа, опа-па. Пацаны, что дела? Как дела в качалке? Блин, что-то я, ребята, аж заждался этого самого золотого ящика. Поэтому давайте мы еще по Шурику найдем. Где он у нас будет? Я вижу, ребята, точечку. Сейчас полетим на сие золотой ящик. Не будем, естественно, торопиться, потому что кто-то торопится, тот обычно ни хренашеньки не берет и эти самые золотые ящики. А мы сейчас с вами не будем торопиться и забираем этот голд. Вот, я, ребят, правильно говорю. Главное не торопиться. О, еще один золотой ящик, давай. Я, в общем-то, следующий у нас тоже хочу позабирать. Блин, ну, точка такая себе, прям точка, ребят, такая себе, потому что там у нас есть вонючий чувак на Хантере. А Хант, ребята, это вы знаете, да, что такое? Хантер, это у нас топающая фигня, серьезно, братан! Вот ты сраный диктатор! Он, кстати, отжал. Ладно, это был, ребята, у нас завершающий голдик. Надеюсь, он вам понравился. Если так, обязательно ставьте лайк на эту ЗЛПшку. Не забывайте подписываться на мой канал. И всем пока-пока.